Начнем, Купер. А, черт. Похоже, установки сброшены. Придется калибровать заново. Проводится диагностика шлюпок 2.0. Все шлюпки восьмой модели в норме. Ну как тебе, Купер? Все, мы готовы. Посмотрим, что ты запомнил с прошлого раза. Установка нейронной связи. Это не совсем связь с Титаном, но похоже. Чтобы выучиться новому, нужен особый настрой. Ого, намного лучше. Твое обучение не входит в число моих задач, но я вижу в тебе задатки. И потом, у нас война. Когда тут учиться-то? Вот так, прыжок и готово. Ускоримся немного. Активирую прыжковый модуль. Прыжковые модули работают по принципу ослабленной устойчивости. Когда прыжковый модуль адаптируется к твоим движениям, ты к нему привыкаешь как к родному. Прекрасно, да? Сделано по мотивам моей родной гармонии. Отлично, ты освоил движение. Сюда, осторожно. Простой двойной прыжок. Повторяй за голограммой. Со времен битвы при Диметре мы отбили больше четверти фронтира. Ополчение теперь лучше организовано. У нас все больше добровольцев. Таких, как ты. В бою все идет не так, как ожидаешь. Будь готов использовать любое оружие, что найдешь на поле боя. Это только некоторые из моих здешних находок оружия. Пора на стрельбище. Заряжай. Чтобы стрелять точнее, используй прицел. Порази все мишени. Хорошо, потренируйся еще, если хочешь, и иди на полосу препятствий. Для тебя новые испытания. Норматив 2 минуты. Чтобы продолжить, старайся лучше. Следуй за голограммой или найди свой путь. В бою пилоту нужна гармония между скоростью и меткостью. И то, и другое одинаково важно. Полоса препятствий помогает нам до автоматизма отточить наши навыки. Помни, по стене ты бежишь быстрее, чем по земле. Попробуй. Хороший забег. Видишь таблицу результатов? Поздравляю с новым рекордом. У всех есть сильные и слабые стороны, так что пройди это испытание несколько раз с разным оружием. Посмотри на таблицу результатов, чтобы узнать, как улучшить свой. Что ж, раз уж ты разогрелся, не хочешь попробовать себя в гонке против килограмм других пилотов? Сразу предупреждаю, эти
эти голограммы записаны лучшими пилотами РСП. Победи их, и ты на полпути к тому, чтобы стать настоящим пилотом. Можешь проходить полосу препятствий сколько захочешь. Как закончишь, подойди, покажу тебе кое-что особенное. Ты прям порхал. С полосой препятствий все? Посмотрим, что там еще. Хорошо, тебе это понравится. Тебе пора познакомиться с лучшей половиной любого пилота, Титаном. Давай-ка его вызовем. Это ж вроде дозволено только пилотам, нет? Купер, это всего лишь симулятор. Это не настоящий бой. Ладно, так. Нам потребуется больше места. Это мой напарник Бити. Он Титан класса Авангард. Собственные технологии ополчения. Наш первый собственный корпус Титана. На этот раз нам не пришлось красть у АМС. Давай, Стрелок, вызывай своего первого Титана. Смотри в небо. Вон он. Ладно, Стрелок, тут скоро будет очень жарко. Вытаскиваю тебя. Отключаю все дополнительные системы. Купер, приготовиться. Полегче, Кол, он только из виртуалки. Дай ему прийти в себя. Сейчас будет готов, не сомневайся. Да, сэр. Личному составу занять боевые посты. Это не учебный прием. Внимание, они нас убивают. Ну, пытаются. Ты хорошо справился. Постепенно набьешь руку. Мы еще сделаем из тебя пилота, Стрелок. Но не сегодня. Нет времени. Ластимоза! Андерсон. Сукин сын, увидимся. Сегодня мы увидим Увидимся, Купер. Удачи. Купер, живо вылезай из симулятора и двигай к десантному кораблю. По нам ударили антиорбитальные системы.
планеты Тепло. Это не просто исследовать очаговки. Припады. Повторяю, припады. Координаты. Да, Ригман горит. Вижу множество антиорбитальных систем. Их не было на наших картах. Всем к шлюпкам! Мы падаем! Мы падаем! Детекция, всем помогал! Мы падаем! Повторяю! Мы падаем! Нас стоит как мужчина! Нам не прорваться! Шлюпка восьмой серии. Включен медблок. Пассажир, стрелок ополчения Джек Купер, личный номер 20131. Стабилизация состояния. Введены 250 миллиграммов самсофентанила. Побочные эффекты. Тошнота, головокружение, нарушение двигательной координации. Осталось, Купер. Держись. От этого можешь вырубиться, но когда очнешься, все будет хорошо. Ластимоза, на подходе вражеские титаны. Высшие хищники. Принято, Пяти. Наемники. Купер, не высовываться. Пяти, пойдем. У нас 18 часов, пока ковчег не будет запечатан и готов к доставке. Шевелитесь! Эй, Рихтер! А ну оставь трупы в покое, псих! У нас есть работа! Нам не заплатят за уборку дел! Пошли! Thank you.
Бити, передаю права новому пилоту. Связь. Браво. Браво, танго. 7-2-7-4. Купер, возьми мой титан. Используй мой шлем и прыжковый модуль. Учеба закончилась. Позаботься о нем. Мало энергии. Недостаточно энергии. Мало энергии. Недостаточно энергии. Мало энергии. Недостаточно энергии. Капитан Коул из третьего отделения гранатометчиков ополчения уцелевшим ополченцам. Мы перегруппируемся к маяку АМС. Координаты 772981. Кто-нибудь меня слышит? Работаем на АМС, а не на Плитко или его наемку. На кого АМС скажет, на тех и работает. Чего так стараешься? Видать за тут. Какая разница, кто за ним скажет? Плитко его наемники, генерал Мардер. Нам платят в любом случае. Главное, чтобы эта хрень в горах заработала по графику. Это же правда, то, что технари говорят про эту штуку. Блин, я что, похож на спеца? Но если это правда, то ополчению скоро придется очень неплохо. Обращаюсь к ополченцам в этой местности, мы вас найдем. Предлагаем вам немедленно сдаться. Не пытайтесь оказать сопротивление. Отдан приказ открывать огонь на поражение по вооруженным ополченцам.
сзади, там пилот ополчения. Ты кто-нибудь видишь? Никак нет, не вижу!
Калан отправили для уничтожения исследовательского комплекса АМС на Типоне. Все вы здесь, потому что решили принять участие в важном деле. Авангард. Они редкие, давай подойдем. Не выйдет. Блист нам этого не приказывал. Я его не могу. Мало энергии. Недостаточно энергии. Энергия 2/3. Электронный мозг перезапущен. Зрительная система работает. Настраиваю фокусировку. Пилот, все нормально? Вроде да. Ты назвал меня пилотом? Да. Покойный капитан Ластимоза назначил вас временным пилотом. Поздравляю вас с повышением. Можете называть меня Бити. Бити, понятно. Мои системы перезапускаются. Но третья батарея ускорит этот процесс. Я останусь здесь. Пока не могу передвигаться, постараюсь помогать вам советами через шлемофон. Безопасное возвращение в исправительное учреждение город Ангел. Советую немедленно сдаться любой поисковой группе АМС. Пилот, категорически не советую вам сдаваться АМС. Анализ речевого сигнала указывает на ложь. Не волнуйся, Бити. Понятно, но все равно рекомендую уходить. Отряды утильщиков АМС на подходе. Я иду, иду! Пилот, будьте осторожны. Лейтенант, что вы знаете, откуда не близко? Говорят, он работал в АМС. Он возглавляет цель. Вот мы несем потери, правда неизвестно! Системы удаленного сканирования перезапущены. Из-за нападения 9-го флота ополчения мы приземлились вдали от пункта назначения. Мы находимся на вражеской территории. Будьте осторожны, здесь нельзя долго оставаться. А долго ты служил с Ластимозой? Капитан Ластимоза был привязан ко мне 973 дня назад.
Цель — это пилот! В вашем костюме есть функция аварийной маскировки. Она пригодится вам в опасных ситуациях. Бити, на этом корабле есть кто-нибудь живой? Нет. Сканирование не обнаруживает на борту МСС Джеймс Маккаллум признаков жизни. Но 90% шлюпок были выпущены. Надежда остается. Она живет за счет угнетенных. Бити, чей это голос? Это командир мародеров из разведывательного спецподразделения ополчения, сокращенно РСП. Ее зовут Сара Брикс. Только тогда, в конце, свободный жизнь.
будем все вместе. Вызывает отряд утильщиков «Гамма». Возле разбившегося Маккаллана находится «Титан». Обращаюсь к уцелевшим ополченцам. Поверьте, в ваших же интересах сдаться. Согласитесь, пусть лучше вас найдут наши солдаты, чем я. Наше местоположение раскрыто. Разведчики АМС. На подходе подкрепление противника. Нам надо срочно установить нейронную связь. Пожалуйста, установите последнюю батарею. Энергия полностью восполнена. Пилот, чтобы продолжить, нам надо установить нейронную связь. Прошу, садитесь в кабину. Хорошо. Директива номер один. Связь с пилотом. Устанавливаю нейронную связь. Нейронная связь установлена. Стрелок Джек Купер. Теперь вы временный пилот Титана BT-7274. Директива номер два. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Я засек приближающихся врагов. Директива номер три. Защищать пилота. Перезапускаю критические системы. Вихревой щит включен. Вихревой щит ловит вражеские пули и ракеты. Чтобы выпустить захваченные объекты обратного врага, опустите кнопку. Пусковая установка в салончик работает. Эта наплечная установка одновременно отслеживает множество целей. Чем дольше вы удерживаете кнопку, тем больше целей будет захвачено. Нейронная связь установлена. Есть связь для управления основным оружием и для движения. Засечен спуск вражеского титана. Приготовьтесь, нам придется пробиваться в безопасное место.
Да, надо просто убить парочку злодеев. Рекомендуется поддерживать позитивный настрой. Титан ополчения, номер корпуса 57274. Я под огнем. Неплохо, пилот. Отлично, пилот. Наша боеспособность повысилась. Фэйси, наш единственный шанс выжить — выполнить задание, встретиться с майором Андерсоном. До того мы с вами предоставлены сами себе. Отмечаю место. Следует поспешить. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение.